Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 30 ноября 2022 года. На улице холодно, около 10 градусов мороза. Я хочу вам показать, где я храню свою тыкву. Храню ее в доме. Вот просто поставила на пол. Это у меня сорт стопудовая. А это я забыла, как называется. Но мне она не понравилась. Стопудовая кожа не такая уж сильно жесткая, ее легко резать и нетрудно чистить. Было у меня где-то штук 12, осталось у меня вот здесь 3 и 5 штучек осталось. Что я с нее готовлю, с этой тыквы? Ну вот стопудово она больше как кормовая. Курочек у меня сейчас нету. Но когда я потрёшь, курочки кушали ее хорошо. С нее делаю варенье и пеку пироги. Вот в моей комнате и под рабочим моим столом. Это опора моя для ног. Вот тоже 2 штучки стопудовой тыковки. Осталось у меня в итоге 5 штук. Идет она у нас очень-очень слабо. Тыква это на любителя. Но, как говорится, скушаем. Зимой все скушаем. Как ягоды морозильной камеры закончатся, так и скушаем мы и эту тыковку. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Не знаю, на следующий год эти сорта я точно сажать не буду, потому что они больше подходят для кормления скота. Вот особенно эта стопудовая для курочек хороша. Может быть, кустика 2 какой-нибудь кустовой посажу. А это длинноплетистая. Так что на этой тыкве я для себя ставлю крест. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.